Уже много веков пятница 13-е слывет в народе черной. Считается, что в этот день могут произойти какие-то мелкие неприятности, особо суеверны и вовсе не исключают ужасных катастроф. В этом году черная пятница еще и в полнолуние. В следующий раз такое совпадение случится только в 2049 году. Наши корреспонденты спросили горожан, считают ли они этот день неудачным и мистическим. Сегодня пятница 13-е, еще и полнолуние. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в мистичность этих дней? Никогда не было. Более для меня это пятница 13-е, как считался, более удачным. Кто не верит, несмотря на свой возраст, мне уже 79 лет. Ни в какие эти, как народные приметы я не верю. Я не верю, в себя. Да, сомневаюсь. И в вашей жизни не происходило ничего мистического, например, именно в пятницу 13-го? Именно в пятницу 13-го нет. А так я как бы считаю, вернее, как со мной так происходит, что что должно случиться, то происходит. Главное оказаться в нужное время, в нужном месте. Не помню, такого не было. Я вообще считаю, что 13-е число хорошее, потому что у меня сын родился 13-го числа.